День выборов – одно из самых важных мероприятий в истории любого муниципального образования, тем более такого известного, как наш городской округ Химки. Итак, 14 октября с 8 часов утра наша телерадиокомпания будет работать в территориальной избирательной комиссии и регулярно, каждые 3 часа, давать свои выпуски, информировать вас, уважаемые жители городского округа Химки, о ходе избирательной кампании. Итак, первый выпуск – 8 утра, 14 октября. Выборы в городском округе Химки начались, избирательные участки открыты, потихонечку граждане начинают приходить голосовать. Также, в свою очередь, хотелось бы обратиться к избирателям по поводу очередных провокаций. Не обращать внимания на телефонные звонки, которые сейчас призывают прийти на избирательный участок и проголосовать за определенного кандидата. Это самая настоящая провокация. По данному вопросу ведется проверка.